Аня, Ася, Ася, Ася. Вот Ася. Ася, Ася, иди сюда. Ася, иди сюда. Давай другие подарки. Ой. Это сюрприз мне, что ли? Ребята, недавно у Маметрия был день рождения, и мы хотели сделать мой символический подарок. Но, к сожалению, мастер, который должен был сделать этот подарок, не успел вовремя его изготовить и одеть. Поэтому мы выступаем сегодня и отнимаем у вас время конференции. Прошу простите нас, пожалуйста. Маленькая предыстория. Почему Кубометр называется Кубометром? Потому что находится на Мастерской улице, дом 3, и сокращенно М в кубе, ну и дальше все понимаете, что это. Вот, и нам нужно это место, мне кажется, что оно уже стало из личного пространства общественным давно, и мы хотим его как и другое общественное пространство обозначить. Вот, поэтому мы вначале нарисовали граффити там над входом, который изображает куб. А теперь мы... что? Это не мы. Ну черт, это записывается. Вот, а еще мы сделали одну штуку, и она очень связана с одной из жительниц Кубометра, вот, которая рассказала в собаке про одного мастера, который по ночам тайком менял таблички на петербургских мостах. Он снимал ужасные железные и составил туда керамические. Да, Юра заказали таблички. Поэтому мы... Был, конечно же, Грибович. Да, да. Вот, который супер-пупер энергичный фонтан идей, поэтому вот с его помощью мы это сделаем. А как ее крепить? Это хороший вопрос, это ваши проблемы. Смотри, дома у нас Грибович. Написано то ли имя мастера, то ли его профессия, и это должно было сообщить всем соседям о том, что в этом доме живет такой человек, и мы решили, что это должно быть этим кубометром. Потом мы думали еще над формой, что круто, если бы это еще было связано с историей с табличками. Вот. Спасибо Саше, Паше и мне. Мы продолжаем тем временем. Немножко праздности. Снова переходим обратно к делу. Кто-то 2 минуты назад мне звонил. Если вы мне звонили, поднимите руку. Нет. Хорошо. Итак, у нас следующая Диана Сычева. И у